Австрийский спортивный дуэт, который открывает соревнования в короткой, в произвольной программе на Гран-при Америки, уже не первый раз выступает в подобном составе. Во всяком случае, короткую программу они провели именно вместе. 20 лет партнерши, 24 партнеру. И после первого дня соревнований в Чикаго спортсмены занимают 8-ю позицию.
самым ярким эпизодом выступления австрийцев во время их произвольной программы стал эпизод с поддержкой, когда при базовой стоимости за этот элемент, а поддержка получилась третьего уровня, базовая стоимость 6 баллов ровно, австрийцы получили еще и надбавку в 3 десятых балла. Как следствие, 6,3. Самый большой по стоимости элемент окажется в технической оценке у этого великолепного дуэта. Мириам Циглер и Северин Киефер, Австрия. В нынешнем сезоне они уже выступали на одном из турниров и заняли 5-е место. Спортсмены и тренер в ожидании оценок разговаривают по-английски. Америка, там распространен английский. За свою произвольную программу австрийцы получают 90,56 балла, а по сумме 135,83. Оба этих результата являются лучшими в карьере австрийцев.